Лудоманы, привет, это я, играю в казино, депозит 90 тысяч рублей, играть буду сейчас в игровой автомат «Скалолаз», он же «Рок Климбер» по Максбету. Максбет тут 90 рублей на линию, 3 линии, с вас подписка, лайк, хорошее настроение, погнали. Цель — занести 1200 рублей. Но если мы наберем на этом ролике 100 лайков, а это очень легко вам сделать, просто через одного поставьте лайк, и все нормально. Я разыграю среди вас. Не разыграю. Я вам просто отдам, подарю бонус-коды на бесплатное вращение в казино. Кто играет? Обалденная тема. Что для этого нужно? Смотрите ролик внимательно. Увидите всплывающий бонус-код. Запомните его. Перейдете в телеграм-канал, подпишитесь. Там будет указано казино и будет указан слот, в котором будут работать бесплатные фриспины. Зайдете, покрутите, выиграете, ну, заберете деньги. Не выиграете, не расстраивайтесь, в следующем ролике, если вы будете меня поддерживать лайками, я всегда буду среди вас, ну, вам кидать просто бонус-коды. В разные казино, абсолютно в разные слоты, причем те слоты, в которые я кидаю вам бонус-коды, они все крутые, все-все-все. Кто не играет в казино, просто смотрите, наслаждайтесь моей игрой, моим комментированием, смешным, мемным, где-то тупым комментированием, всяко бывает. Мы не идеальны. В общем, я в это казино играю уже третьи сутки, так вам скажу. Вы видите сейчас время, у меня чуть полтора ночи. За эти трое суток я играл в это казино, в этом слоте, в Скалолазе, все три дня. И я ни разу у него не выиграл. То есть я сливал по 10 тысяч, по 20 примерно. И причем были дни, особенно первый и второй день, сегодня не так. Первые два дня он мне давал бонуски без конца. Но сразу же с первого захода он мне давал по башке. То есть веревки не давал дергать вообще. Короче, я с этого сильно тильтовал, горел прямо. Я не знаю, зачем это горел. Ну, стыдно. Хорошо, что эти ролики вы не увидите никогда. Я их записывал, но я их удалил потом. Дизмораль была жесткая. А чё ж он не дает? Ага, ты 900 рублей дал. Не дает нормально играть. Херню какую-то ставит. Ладно, давайте попробуем пятую линию. Так. По седьмой пару спинчиков. Раз. Два. Так. Третий спинок. По девятой линии. Раз. Ой, хорошо. 2800. Это выгодно. Два. Три. По седьмой чуть-чуть. Ой, по седьмой линии бонус заловили. Ну что, парни, 100 лайков? 100 лайков, прошу с вас. Пожалуйста, в каждом ролике 100 лайков. Я буду вам признателен. Очень сильно. Так. Ползем вроде. Ползем, 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 ползем. Это впервые я две веревки проползаю. Тысяча. Ладно. Не фартануло. Ну, вообще, всегда дергал самую длинную. Это было длинное, ну, видите, как
Не повезло. Бывает. Раз. Два. Три. Девятую линию. Раз. Мог бы уже веревочку закинуть, одну, дурачок. Два. Три. Так, раз. Два. О, нормально. Заберем. Три. Поставь еще по седьмой линии три веревочки. Дай заносик, братка. Не тупи. Ладно. Ну, вроде хочет поставить, да? Как вам кажется? Мне кажется, хочет. Ясно, пробивать не дает. Ладно, пятую линию. Автоигру. Ну давай ты три веревки. Навалил. Так, 1170. 2300. Так, еще разок пробить дай. Ладно, не будем набить. Такс. Ну, поставлю, блин. Так, 3600 заберем. Там по-любому будет двойка, не хочу я. Сейчас пойдем опять по возрастающей. А что, давайте по порядку, пофиг. Нормально. Нормально. Ребята, чем-то попахивает. Ребята, 100 лайков, пожалуйста. Прошу, сейчас будет проход. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Есть, я его развалил. За 3 дня, я не мог 3 дня его развалить. Насколько он умножит? Это казино крутое, может умножить и на 300, и на 400. Вы посмотрите, что он творит. Что творит этот камерунец, мама дорогая. Вы это видите, ребят? Но тут не 100 лайков, тут 200 лайков надо на это роликом. Ребят, 200 лайком. И я вам отдельно в телеге еще мем разыграю. Давай, умножай.
Сколько? Да, есть же. 31 тысяча. Сюда. Ну вот, пожалуйста, 50 тысяч. 50 тысяч. Это сколько? На 50 умножил. Маловато, маловато. Ну вот, нормально, выгодно. Да есть же. Ребята, лайк, подписка однозначно с вас. 200 лайков, как хотите. 49 тысяч в плюсе. Здесь хорошо, здесь видно. В этом казино. Ну вот такая вот методика у меня сработала. Погонял, короче, его по максбету. По разным ставочкам. Третья, пятая, седьмая, девятая. Девятая, седьмая, пятая, третья. Туда-сюда, туда-сюды. Бам-бам-бам. Все, есть. Контакт. Ну вот как-то так выигрывается в этом казино. С меня мемы. С меня бонус-коды, парни, как обещал. Все по-честному. Если 200 лайков соберем, в телеге отдельный бонус-код скину. Обещаю. Выгодно, выгодно. Ладно, сейчас чуть-чуть покручу. Может быть, догонку что-нибудь нашвырнет. Хотя в это не верится, ну ладно, мало ли. Так, 900 заберем. Так, 1800, 2700. 5400, отлично. Ну что, 50 тысяч стопаться? Давайте покрутим. Блин, почти еще бонус кинул. Чуть-чуть еще его помучаем. Так, 900 заберем. Забираем. Давайте пятую попробуем пропердолить. Еще одна бонуска. Тихо. Ребята, может 300 лайков, а, соберем? Ну вы же можете. Вы же смотрите по 3000 просмотров. Вы же можете бомбануть 300 лайков легко. Не хотите просто. 5000. Ничего себе. Лезь, 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 родной. Лезь, родной. По пятой линии ползет, парни. Хорош. Лезь, родной, лезь, лезь. Ладно, ладно, пофиг. Нормально, 50 тысяч заберу. Ребят, ну не знаю, если 300 лайков соберем, ну тогда с меня 2 бонус-кода в телеге. Ёкарный бабай, обалдеть. Что творю? Что я творю, мама дорогая? Это что-то с чем-то. Он еще играет. Понимаете, он еще играет. Тысяч пролетело мимо.
2700. Заберем. 60 тысяч. Да я стопнусь. Блин, ладно. Ну хоть четверку, не тройку, блин. Мог бы вообще посмыть. Поставь бонус по девятой. Ошалеем. Ладно, давайте на убывание пойдем. Сейчас мы его запутаем. Резко девятая линия. 2700, нормально. Опять третья. И резко девятая. Седьмая. Пятая. Третья. Пипец, вот я его чехлю по полной программе. Вот он, наверное, в шоке, аппаратик от меня. Кто еще так играет? А куда, как он думал? Куда он, в сказку попал? Да не. Заберем. Так, 450. О, бонуска по третьей линии. Парни, приготовиться. То, что я и хотел. Давай, давай, родной, ползи, ползи. Ползи, ползи, ползи. Пойдет. Ладно. Ок. Сейчас пройдемся по всем линиям. Новая методика мне сейчас в голову взбрела. Сейчас мы его запутаем. Сейчас он охренеет. По девятой линии это было 9000, кажется. Ладно, пофиг.
Все, парни, отлично. Супер игра, супер игра. Депозит 90 тысяч, на балансе 140 тысяч. Плюс 50 тысяч я выиграл. Доходил до 60 тысяч, было 150 тысяч у меня на балансе. Ну, круто, круто. Короче, попущен игровой автомат Rock Climber, он же скалолаз. Ребят, наберите, пожалуйста, 200 лайков на этом ролике. Вы увидели уже бонус-код один в ролике, один я для вас в Телеграме, в Телеграм-канале разыграю. На бесплатные фри-спины в крутом слоте. Желаю вам фарта, счастья, любви, здоровья, удачи. Увидимся очень скоро, не скучайте в новом ролике. С вами был я, пока-пока.